ребята. Еду я по трассе Новый Уренгой-Салехард. Трасса новая, строилась недавно. Правда, я не знаю, вся она строилась недавно или какой-то кусочек ее. Но рассказывали, что построена куча мостов. Раньше была как бы переправа. О, река Надым. Где-то недалеко город Надым. В общем, раньше были переправы по рекам прямо. И типа это, конечно, неудобно. Ну, потому что, например, там осенью и весной не переправишься по причине, что все тает, то есть по льду реки шло. Летом, возможно, я не знаю точно, возможно, были паромы. А сейчас вроде как мосты, это круто. То есть можно ездить в любое время года, получается, можно ездить. Я не знаю, был этот мост построен, хоть бы реку-то. А, река Надым, вот что. Это река Надым. Смотрите, почти на каждом столбе, ну ладно, не на каждом, но очень много где. Смотрите, вот сейчас справа мелькнет, хоп, мелькнула. Камеры понавешены много, я не знаю, зачем так много. Может, чтобы не разрушали мост. Смотрите, справа опять раз камера. Как они часто. Ну, наверное, чтобы просматривать все кусочки дороги. Ух ты, сзади, знаете, кто едет? Мотоциклист. Это зимой-то получается. Ничего себе. Люди катаются. Вот смотрите, всю дорогу здесь на севере встречаются какие-то такие кусты добычи, скажем так. Что-то добывают. Ну, мне кажется, что добывают. Может, перерабатывают, конечно. То есть какие-то такие технические зоны, где, вероятно, что-то происходит. Так, сейчас, погодите, я соображаю, где Надым. Зачем за мной едет мотоциклист? Надо ли мне куда-нибудь сворачивать? Потому что один навигатор говорит, едь прямо, второй говорит, через 4 километра сверни. Ну, надеюсь, доберемся. Надым — перевалочная точка. После нее, возможно, начнется грунтовка. А вообще я еду на Салехард. На Салехард там. Так, где-то должен быть Надым совсем скоро. Слушайте, конец зоны всех ограничений. Какие были? Я, может, на мосту превышала скорость? Я что-то это не заметила зону ограничений. Печально. Ладно, все. Давайте. Покедова. Пока-пока.